проверяем после ремонта два аппарата. Шерборн, проигрыватель компакт-дисков, и Deco Technics BX-RS BX-747 из относительно новодельных, но не очень. Deco это потребовало полной чистки, замены пасека на выброс кассеты, смазки всего аппарата, замены ролика на весьма высококачественный, который обеспечивал низкую детонацию вместо высохшего родного, и ремонт контактов и электрических схем проигрывателя Шерборн. Слушаем, как пишет, играет диск. Кассета. Кассета Fuji Metal Z. После автокалибровки калибровка режима Dolby B и C, также режим динамического подмагничивания во время записи HX Pro Dolby, система динамического подмагничивания, обеспечивающая лучшую перегрузку по высоким частотам. Счетчик, режимы памяти, естественно, также повторы, ручной уровень записи есть, баланс, подмагничивание регулируется, выход для наушников и отключаемый MPX фильтр, что правильно.